Доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики нашего канала. Я Александр снова с вами, и перед нами Hard Reset. В общем, жесткая перезагрузка. Игрушка в стиле панка какого-то направления. Далекое будущее. Люди с имплантами и т.д. и т.п. В общем, Deus Ex, только более аркадный и более быстрый, можно так сказать. С деталями сейчас мы и знакомимся. Вот такая у нас еще хорошая анимация в меню есть, правда немножко медленная из-за этого. Берем средний уровень и смотрим. 17 января 2436 года. Шестой сектор Европейского района. Город Бельфигор. Штаб, это Флетчер. Моя смена закончилась. Буду в паре у Джо. Никто не составит мне компанию. Ненавижу пить в одиночку. Почти все мои дни проходят вот так. Я правый солдат корпорации. Многие из нас служат ради высоких идеалов, мнят себя хранителями Бельфигора. Я же работаю за деньги. Мы охраняем святилище, сетевую структуру, где находятся миллионы оцифрованных человеческих личностей. Машины — наши главные враги. Ученые корпорации выдвинули теорию, согласно которой существует предел эволюции искусственного интеллекта. Святилище может помочь машинам преодолеть этот порог. Да-да, вспомню. Здесь была война людей с машинами, и она, в общем, продолжает. Люди, по-моему, проиграли. Майор, алкоголь и продолжает. Что-то случилось в шестом секторе. Сверхурочка. Опять. А это наш герой. Просто так прохожий парень темнокожий с имплантом вместо левого глаза. Штаб. Сектор 6. Много погибших. Высылайте подмогу. Не может быть. На радаре. Вашу мать, вы там ослепли? Минимум 7 трупов. Противника не вижу. Вас понял, 16-й. Происшествие в секторе 6 Европейского района. Всем отрядам боевая тревога. Прибыть на подмогу 16-му. 16-й. Не лезь на рожон. Не буду. Сектор атакован. Найдите точку прорыва и соберите все данные о проникновении. Вас понял. Найдите точку прорыва. Так, игрушка, в общем, на максимальных настройках очень требовательная. Ёлки-палки, заговариваюсь, извиняюсь. Так, ну... Нифига себе, физика. Какая игрушка, кстати, если я не ошибаюсь. Ладно, пару лет ей уже точно. Ага, у нас есть Q, есть E. В общем, два оружия у нас есть. В общем, я понял. Так, стреляйте по электрическим объектам, чтобы вызвать замыкание и убить противников. Да, картинка радует. А меня ты за что? Так, ладно, полюбовались, побежали. Ну где? Давай. О. Так.
О, это у нас были что? Патрончики 200 выпало. А, зелененькая это хилочка, да, а желтенькая это бронишка. Так, пора бы нам и что-то новое опробовать. Собирайте наниты. На них можно приобретать вооружение и снаряжение. Офигенно. Шандарахнул меня, честно говоря. Надеялся, что он будет дружественным. Оу. Ничего себе, нычка. Это прям Red Faction какой-то с разрушаемым ландшафтом. Так, понятно, приебаться он не любит. Заблудился, нажмите R. Так, стрелочка она и так была. Бежим дальше. Так, вижу, вижу, начинаем понемножку что-то замечать. Так, это взрывоопасная хрень. А это у нас Бэтмобиль, елки-палки. Так, бегать он умеет. Да еще и так, что мама не горюй. Ух ты, тут даже все на русском, елки-палки. Потребление ключ к лучшей жизни. О, там тень пошла такая не кислая. Так, похоже, это наш преступник. Большой и страшный. У нас немножко восстанавливается, а хп. Так, отключить энергощит. Не повреждайте камеры наблюдения. Они работают ради вашей безопасности. Да, камеры наблюдения мне главный приз. Не очень помогли. Приходите в любое время. Так, мне бы подлечиться. Так, мы идем по кабелям. Транспорт взрывается. Так, а это такой типа мультимодуль. Синенький плюс красненький. Красненькие патроны. Синенький хрен его знает что. Энергия какая-то. Red Faction, елки-палки, стены разрушаются. Прикольно. Такая игрушка, я про нее не слышал даже раньше. Я имею в виду. Ага, так это я так понимаю, теперь заработал эти врата.
Это очень выгодное предложение. Ограниченный. Так, а где же у нас полоска бега? Собственно говоря, я не заметил, чтобы у нас индикатор длительности бега был, но... Вы выиграли главный приз. Но бегать он долго не хочет. Не посягайте на муниципальную собственность. Она может быть под напряжением. Муниципальная собственность может быть под напряжением. Так, ну давайте пойдем верхом. Во, козлы. Чтобы отключить щит, уничтожьте его источник питания. Так, и где же его источник безопасности? Не посягайте на муниципальную собственность. Хрен его знает, ладно, давайте сбегаем. В обратку не будем тратить патроны впустую. Заодно еще разживемся чем-то. Ну так. Перезарядка здесь не требуется в оружии, это радует. Так. Она может быть под напряжением. Да не надо было эту машину взрывать. Раньше времени, как говорится. А вот и источник. Специальное предложение. Приходите в любое время. Да ты что? Ну как жаночка ребрышком поставили, думаю, я не замечу. Так, это NX10, наноконверты за определенную сумму. На нитах вы можете приобрести чего-то, чего-то здесь. Давайте в снаряжение заглянем. Датчик направления. Указатель направления источника угрозы. Установлено. Готовы к установке. Улучшение снаряжения. Показ позиции противника. Ну и что надо сделать? Отличный выбор. Деталь установлена. Не повреждайте камеры наблюдения. Кто-то заметил стоимость этой штуки? Я нет. В общем, здесь все красное. Energy, а это, я так понимаю, оружие не Energy. Недостаточно нанитов. Ёлки-шты-палки, ну а стоимость кто-то будет выписывать? Ладно. В общем, да, пожалуйста.
И закройте вентиль. В общем, так оригинально сделано. Мне игрушечка нравится. Насколько я знаю, она вроде бы коротенькая. Я понял. Что с ними нужно бороться именно вот так? А не грубой силой. Офигенно. Вот что такое синенькие штучки. Все, планета Железяка. Спасибо за пользование. Да, ничего не скажешь. Да. 20% скидку. Да ты что? Так, вот с синеньким у нас что-то дефицит энергии. Пособираем баблишечка. Физика, ё-моё. Так, это аптечка. Так, левый shift, чтобы перейти на бег, взять можно тролливали, это мы все помним. Сейчас побежим. Блин, у них такой радиус урона неплохой. Ну, штука хотя бы... Я это, блин, завтыкал на одного. Не перегревается, щит у нас, в общем, восстанавливается. Это нас не очень тревожит. Поближко собираем. И
Задание выполнено. Добрались мы до пролома. За 17 минут. Смертей 0. Собрали 73 нанита. 2 из 4 тайников. Достижение 3. 62 противника завалили. Убийство. Обстановка 50, я так понимаю, это с помощью взрывов. Предмета 80. Урона нанесено 1700. И получено 337. Счет эпизода 332 из 500. В общем, неплохо. Но на этом мы закончим наше знакомство. Но мы обязательно продолжим.